Перемудрила я в этом году, конечно, с посадками, с елками. Ну, думаю, пока подрастает моя розочка Диди, пока укореняются мои туечки. Посажу, ну, я тут на свободных местах огурчики. Ну вот, повырастали еще одни елки. Как сажала? Поставила посередине я металлический такой пруд. Вокруг него обсадила семечками проросшими. Сорт Титус. Ну и вот здесь вот наверху соединила. Сейчас вот пришла с работы и смотрю на мою елку. Здесь много всего. Надо все подвязывать. Вот еще одна елка. Елка на елке называется. Такие огурчики висят. Что здесь еще есть? О, какие! Сейчас буду собирать урожай. А это был другой сорт, не Титус. На, тоже огурчики есть. Розочку зацепиться. А вот мои кавилли, кабачки кавилли. Ну, сейчас буду делать блинчики и запекать. Это в любом случае с фаршиком, с овощами, просто так, как учила Алочка. Ну, вот такой вот уголочек у меня еще один есть. В конце участка граничит нашими любимыми соседями. А, еще расскажу про эти помидоры. Ну, пожалела я их. У меня, конечно, взошла горсть. Но я думаю, да, ну я их посажу в землю. Они взяли, да и принялись. Ну, жалко стало. Сейчас подвяжу. Хорошего вечера, друзья. Сама, друзья, с вами попрощалась, а тут такая красота. Прямо возле ног. Вот и колокольчик. Пожарского. Нет, это не Пожарского. Это колокольчик крупноцветковый. Колоблум. Вот смотрите, какие цветы. Красота какая, да? Орегано, которое я с вами сеяла. Все растет, друзья, все растет. Монарда, вот, которую я с вами сеяла. Ой, красота. Баффи. 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 Mm-hmm.